Первый в мире серийный прозрачный телевизор Xiaomi Mi TV Lux Transparent Edition поступил в продажу сегодня, и сегодня же продажи остановились, все раскупили. И это при том, что стоимость такого ТВ составляет приличные $7100. Судя по всему, производство Mi TV Lux Transparent Edition на данный момент ограничено, что логично. Нет смысла штамповать такие дорогие ТВ десятками тысяч штук. Так, через известную онлайновую платформу было реализовано всего 38 штук. 2000 минут и безлимитный интернет на первый месяц в Йота, чтобы точно узнать, сколько ты используешь, и платить только за это. Работает на сети Мегафон. Напомню, Mi TV Lux Transparent Edition на данный момент один из самых интересных телевизоров в мире. Но если не касаться его прозрачности, то ничего особо выдающегося не найти. Так, диагональ экрана OLED составляет 55 дюймов, а кадровая частота — 120 Гц. В основе аппаратной платформы лежит MediaTek 9650 с 4-ядерным CPU, объемы оперативной и встроенной флеш-памяти — 3,32 ГБ соответственно. Есть поддержка Dolby Atmos и фирменного голосового помощника Xiaomi AI 3.0,